Заволжском районе без света остались более 5000 домов. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в половине пятого утра. Причиной стало короткое замыкание трансформаторной подстанции. В результате аварии произошла полная остановка технологического процесса ТЭЦ-2 и отключение электричества в Левобережье и селе Архангельское. В Ульяновске прошло внеплановое заседание КЧС. Осень только еще наступает. Погода пока благоприятная, но у нас начались проблемы. Это очень возмущает, напрягает, прежде всего тем, что не хочется просто предполагать и гадать здесь, что бы было, если бы мы сегодня в режиме зимнего периода уже полноценно работали. К чему бы это могло привести? По поручению губернатора Сергея Морозова в срочном порядке была создана комиссия по КЧС, которую возглавил Александр Букин. Благодаря слаженной работе всех служб, уже к 7 утра электричество вернулось в дома горожан. На сегодняшний день источники тепла, которые есть на нижней, на верхней террасе, они уже работают в полном объеме. Единственная температура теплоносителя ТЭЦ-2 на сегодняшний день составляет 42-41 градус. Еще нужно примерно полтора часа, чтобы выйти на норматив 65-67 градусов. Я думаю, еще 2 часа, и теплоснабжение будет в полном объеме в новом городе установлено. На сегодняшний день аварийной ситуации не произошло. Канализационно-насосные станции в нормативном состоянии. Они приступили к работе, водозабор заработал. На сегодняшний день, так сказать, полный объем начинает подаваться и ГВС, и ХВС, и работать канализационно-насосные станции. О результатах проделанных работ комиссия отчитается завтра на очередном заседании. Напомним, причины аварии пока выясняются. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин, новости «Ульяновская правда».